дрома про собак, потому что нельзя пренебрегать контролем за собакой. Обязательно буду всем этим пользоваться для того, чтобы через неделю показать Андрею какие-то результаты. Надеюсь, они будут. Будем очень стараться все вместе с семьей воспитывать наших собак. Сегодня я увидел обычный тип подготовленных собак. С ними нужно работать. У них просто не было вожака. Но за счет того, что мы с Катей провели определенную работу, думаю, у них все получится. И через... Идеально. Идеально.